череп как будто сверлом буравят. Это точно здесь? Адрес был в рапорте. Ясно. Ну ладно. Тогда пойдем. Господи. Самые горячие кибер-девочки. Тебе поэтому сюда так приспичило? Вот ведь. Приветствуем в клубе Рай. Что там делаешь? Иду, лейтенант. Пока идет расследование, я ничего не могу сказать вам, сэр. О, Хэнк! Ну, Бен, что у нас тут? Вон тот номер. О, да, кстати, Гэвин тоже там. Прекрасно. Труп и говнюк. Дивный вечер. Лейтенант Андерсон и его заводная кукла. Ну и чё вы припёрлись? Мы занимаемся всеми делами по андроидам. Да ну. Зря тратите время. Тут так, придурок, который себя переоценил. Но мы все равно посмотрим, если ты не против. Ладно, пошли. А то тут уже перегаром пахнет. До свидания. Коннор, ну мерзость какая! Мне бы тут не сблевать. Это был не сердечный приступ. Его задушили. Да, я видел синяки на шее. Мало ли, может, он, ну, пожестче любил. Мы что-то упускаем. Ты можешь прочитать память андроида? Вдруг что прояснится? Попробую. В
правах написано Майкл Грэм. Тут кредитки и наличные. Для доступа к памяти ее необходимо реактивировать. Ну, ты сможешь? Она сильно повреждена. Если и смогу, то на минуту, а то и меньше. Успеть бы за это время хоть что-то узнать. Я тебя реактивировал. Все в порядке. Этот... он мертвый? Как все случилось? Он начал бить меня. Снова и снова. Ты его убила? Нет. Нет, это не я. Вы были одни в комнате? Больше с вами никого не было? Он хотел играть с двумя девочками. Так он сказал, у нас было двое. Это была машина какой модели? Такая же, как ты? Была еще одна машина. Больше часа прошло, она уже давно скрылась. Нет. В таком виде сложно уйти незамеченной. Она... может быть, еще здесь. А девиантов среди местных андроидов ты вычислишь? Девиантов сложно вычислить. А, черт. Должен же быть способ. Может, свидетель, кто видел, как она выходила? Я пойду расспрошу менеджера, узнаю, что он видел. Будут какие идеи, сообщай. Нет, ну он заходил, может, пару-тройку раз. Такие клиенты болтать особо не любят. Приходят, дела свои делают и дальше идут. Уже бывали тут проблемы с андроидами? Нет, нет. Отпечатки пальцев не обнаружены. Повторите. Разок. Девочка пропала месяца три назад. Та же модель. Просто ищет. И камер наблюдения тут у вас, конечно, нет. Извините, лейтенант. Вы не подойдете? Нашел чего? Возможно. Арендуйте эту Трейси. Да ты охренел, что ли, Коннор? Нашел время? Я прошу вас. Это важно. Сеанс в 30 минут стоит $29.99. Подтвердите покупку. И как я потом буду объяснять расходы? Покупка совершена. Желаем вам приятного ужина. Да, пожалуйста. А вы красавец. Идемте. Я вас отведу. Ну, а что теперь?
Она ее видела. Это в смысле? Что видела? Там была модель Трейси. С синими волосами. Клуб стирает андроидам память каждые 2 часа. У нас несколько минут на поиск свидетелей. Машина видела эту Трейси и куда она пошла? Ну что, застыл? Да тут везде андроиды. Откуда тебе знать, кто из них видел именно эту Трейси? Я знаю. Ничего полезного. Где-то я ошибся. Это уже самое дорогостоящее расследование в моей карьере. Нет. Я снова потерял след. Сколько денег уже вбухало, а никакого удовольствия. Я знаю, где она. За мной! Охренеть! Чтоб меня!
Стой! Тут я уже сам. Черт! Опоздали! Вот с ними-ка. Так. Используют до упора, а как сломают... Выкидывают. Стоять! Они уходят! Зачем ты ее убил? Она же тут была вообще ни при чем. Когда он убил ту Трейси, я поняла, мой черед. Мне было так страшно. Умоляла перестать, он не слушал. Тогда я изо всех сил сжала ему горло и держала, пока он не перестал дергаться.
Да, я его убила. Но я ведь просто защищала свою жизнь. Я хотела жить. Хотела вернуться к своей любимой. И позабыть о людях. О том, как они пахнут и что говорят. А ты забрал ее у меня. Я люблю ее. Любила. Господи. Переходим в дерево сюжета. Череп как будто сверло буравит. Это точно здесь? Адрес был в рапорте. Ясно. Ну ладно. Тогда пойдем. Господи. Самые горячие кибер-девочки. Тебе поэтому сюда так приспичило? Вот ведь. Приветствую в клубе Рай. Не отберут лицензию, а? Я ведь не виноват в этом. Пока идет расследование, я ничего не могу сказать вам, сэр. О, Хэнк! Ну, Бен, что у нас тут? Вон тот номер. О, да, кстати, Гэвин тоже там. Прекрасно. Лейтенант Андерсон и его заводная кукла. Ну и чего вы приперлись? Мы занимаемся всеми делами по андроидам. Да ну! Зря тратите время. Тут так, придурок, который себя переоценил. Но мы все равно посмотрим, если ты не против. Ладно, пошли. А то тут уже перегаром пахнет. До свидания. О, эй! О,
Коннор, мерзость какая! Мне бы тут не сблевать. Это был не сердечный приступ. Его задушили. Да, я видел синяки на шее. Мало ли, может, он, пожестче любил. Мы что-то упускаем. Ты можешь прочитать память андроида? Вдруг что прояснится? Попробую. В правах написано... Для доступа к памяти ее необходимо реактивировать. Ну, ты сможешь? Она сильно повреждена. Если и смогу, то на минуту, а то и меньше. Успеть бы за это время хоть что-то узнать. Я задам тебе несколько вопросов. Ты можешь говорить? Этот... Он мертвый? Как все случилось? Он начал бить меня. Снова и снова. Ты его убила? Нет. Нет, это не я. Вы были одни в комнате? Больше с вами никого не было? Он хотел играть с двумя девочками. Так он сказал, у нас было двое. Это была машина какой модели? Такая же, как ты? Была еще одна машина. Больше часа прошло, она уже давно скрылась. Нет. В таком виде сложно уйти незамеченной. Она может быть еще здесь. А девиантов среди местных андроидов ты вычислишь? Девиантов сложно вычислить. А, черт. Должен же быть способ. Может, свидетель, кто видел, как она выходила? Я пойду расспрошу менеджера, узнаю, что он видел. Будут какие идеи, сообщай. Вы знали жертву? Нет, он заходил, может, пару-тройку раз. Такие клиенты болтать особо не любят. Приходят, дела свои делают и дальше идут. Уже бывали проблемы с андроидами? Нет, нет. Разок. Извините, лейтенант. Вы не подойдете? Нашел чего? Возможно. Арендуйте эту Трейси. Да ты охренел, что ли, Коннор? Нашел время? Я прошу вас. Это важно. Сеанс в 30 минут стоит $29.99. Подтвердите покупку. И как я потом буду объяснять расходы? Покупка совершена. Желаю вам приятного отдыха. Да, пожалуйста. А вы красавец. Идемте. Я вас отведу. Ну, а что теперь? Она ее видела. Это в смысле? Что видела?
Там была модель Трейси. С синими волосами. Клуб стирает андроидам память каждые 2 часа. У нас несколько минут на поиск свидетелей. Давайте вот эту. Надеюсь, это... Машина видела эту Трейси и куда она пошла? Ну что, застыл? Да тут везде андроиды. Откуда тебе знать, кто из них видел именно эту Трейси? Ясно. Полезного. Где-то я ошибся. Нет, я снова потерял след. Снова потерял след. Сколько денег уже вбухало? Никакого удовольствия. За мной! Охренеть, чтоб меня! Стой! Тут я уже сам. Чёрт! Опоздали!
с ними как. Используют до упора, а как сломаются, выкидывают. Уходят! Когда этот человек сломал ту Трейси, я поняла, мой черед. Мне было так страшно. Я умоляла его перестать, но он не слушал. Тогда я изо всех сил сжала ему горло и так держала, пока он не застыл. Я не хотела убивать его. Я просто сама хотела жить. Вернуться к своей любимой. Чтобы она снова прижала меня к груди. Чтобы я могла позабыть о людях. О том, как они пахнут и что говорят. Идем. Пора. Может, так даже лучше. Переходим в дерево сюжета.